здорово, здорово. Жить так здорово, здорово. Здорово жить. Сегодня солнечное утро 16 октября 1368 года. С вами я, Елена Малышева, и наша традиционная программа «Жить здорово». Доброе утро! Сегодня мы, как и всегда, будем изгонять из людей демонов, пользуясь последними достижениями новейшей отечественной и зарубежной инквизиции. Помогать мне в этом будут наши замечательно известные инквизиторы Дмитрий Шубин, Михаил Коновалов и Натан Коган. Здравствуйте, друзья! Я прошу занять вас в свои рабочие места. А говорить мы сегодня будем о скрытых болезнях. Ну или как по-научному мы их называем, о демонах. И для этого нам нужен человек из зала. Вот, кажется, я вижу, что один из них уже бежит к нам. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Здравствуйте, мы приветствуем вас на нашей программе. Поприветствуем, друзья мои, нашего замечательного добровольца. А скажите, пожалуйста, вы в первый раз на нашей программе? Да. Вообще было бы странно услышать что-то другое. А скажите, вас когда-нибудь вселялись демоны? Нет. Вообще никогда не вселялись? Никогда. Вы знаете, тогда вы нам подходите. И начнем мы с рубрики «Про себя». Про себя. Вообще, одержимость ранней визуальной, или как ее называют инквизиторы, ОРВИ, самая распространенная болезнь средневековья. И диагностировать ее можно только при помощи вот такой вот специальной рамки. Этой рамкой мы проводим по телу больного, вот видите, по разным частям его тела. И вы можете наблюдать абсолютно точно, что он весь заражен демоном. Ничего не болит. Вы знаете, вы не переживайте, в нашей программе работают только профессионалы, скоро все заболеет. А вот это кресло, которое вы видите слева от вас, это последнее слово средневековой инквизиции. И слово это «помогите». Присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Еще раз напомню, что демоны, вселившиеся в печень, как у большинства наших россиян, лечатся только иглоукалыванием. А, может быть, не надо? Вы не переживайте, наши иглы тонкие и даже тоньше руки. Инквизитор Коновалов, скажите, пожалуйста, как лечить одержимость? А если одержимость, как в нашем случае, распространилась по всему организму, то тут, конечно, не обойтись без УВЧ. Да? А какой УВЧ в 14 веке? Угли, веревки, чугунные гвозди. Три кита профилактической инквизиции, вот на которых стоит это кресло. Может быть, даже будет немного больно, я надеюсь. Но вот видите, сразу видно, где болит. Вообще, это последнее слово современной медицины. Не искать боль, а, так сказать, прогнозировать ее в нужное место. Что делать, если рядом с вами не оказалось отделение инквизиции? Как лечить одержимость в домашних условиях? Об этом мы спросим нашего инквизитора Дмитрия Шубина. Для дома, я считаю, лучше всего подойдет дыба. Вообще, что главное в дыбе? Главное, чтобы она никогда не пустовала. Чтобы в доме рядом с ней всегда раздавали шум, крики, детский смех. Именно они отпугивают демонов. Ну вот, наш больной, кажется, уже проснулся и готов покинуть свое замечательное кресло и поменять его на нашу прекраснейшую дыбу. Ничего не болит. И пусть наши методы несколько радикальны, зато никаких очередей. Начнем? Прошу. Замечательно. Прекрасно, коллеги. А главное, что все это абсолютно бесплатно. Стоит только предъявить свой инквизиторский полис в любом отделении инквизиции нашей страны. Ну и на прощание я хотела бы сказать о том, что сейчас идет очень много споров. Что же все-таки лучше? Традиционная медицина или народная? Знаете, я хочу сказать, что это не важно. Важно, чтобы после любой из них человек вышел, посмотрел
на солнце и сказал: «Жить! Ждать!»